Ледовый покров в устье реки Печора не позволяет первому в этом году сухогрузу дойти большим морем в соответствии с графиком до Нарьян-Мара. Сложную нештатную ситуацию вокруг торгового судна «Ладога-11» держит на ежедневном контроле капитан морпорта, судовладелец и спасательные службы округа. Подробности пленения сухогрузного теплохода в материале Тимофея Жукова. Морская навигация в Ненецком округе в этом году открылась на четверо суток раньше по сравнению с прошлым годом. Погодные условия позволили капитану морпорта дать отмашку на прохождение судов через Баренцево море уже 15 июня. Речную навигацию мы открыли с 5 числа, пока освобождалась Печора, пока основное русло освобождалось. И где-то уже вот с 15 числа открыта морская навигация. То есть ждем суда, которые должны уже к нам идти, привозить товары и грузы по северному завозу. Однако в график навигации неожиданно вмешалась погода. К сожалению, складывается такая обстановка, что Печорская губа забита еще остатками льда. То есть действуют пока северные и северо-западные ветра, так скажем, северных направлений. Поэтому, к сожалению, первый пароход зайти не может. Но, думаю, к концу недели мы все-таки его дождемся. Круглосуточно ситуацию держит на контроле и компания-судовладелец «Ладоги-11». В настоящий момент судно находится при входе в Печорскую губу. Судно прибыло туда в понедельник. Неоднократно были попытки преодолеть суровые ледовые условия, которые в настоящий момент присутствуют. Но, к сожалению, пока ветра, которые работают прижимные и гонят лед к порту Нарьян-Мар, не позволяют нам осуществить заход, безопасный заход. Полагаем, что к выходным по результатам смены ветра судно сможет безопасно достичь порта и приступить к выгрузке груза. В трюмах «Ладоги-11» груз, который ждут строительные и торговые компании округа. Более 1500 фрахтовых тонн. В основном это строительные материалы, товары народного потребления, продукты питания, техника специализированная для Министерства обороны. В эту навигацию сухогруз «Ладога» не менее 8 раз еще доставит грузы в порт Нарьян-Мара. Регулярность составит гарантированно 2 судозахода в месяц. К прибытию сухогруза готовится и морской порт Нарьян-Мара. В зимний период к навигации подготовили технику и механизацию. В наличии и все людские ресурсы. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, телеканал «Север».